Всем доброе утро, и с вами Сайм Лайф, и да, наконец-таки я снимаю еще одно видео, и поэтому ждите, скоро оно выйдет, и всем удачи! Ну, народ, что я могу сказать, съездили мы с родителями в магазин, но они собирались заехать туда только за мандаринами, и что же случилось? Сёма просто накидал то, что ему нужно, в эту тележку, и родители все равно это купили. Ни шиша они не выложили из того, что Сёма... Там человек. Из того, что Сёма выбрал. Что Сёма выбрал? Не буду перечислять. В общем... Нет, выдержи. И вот, наконец-таки, долгожданная... День, когда я иду гулять. Ура. Значит, гуляю с знакомым вам человеком. Я такой херней не занимаюсь. Сидеть, блядь, под деревом и яблоко, блядь, ждать. Круто. Я не дебил. Ну, как вы поняли, наверное, поняли. За мной идет мой надзиратель, который старше меня. На сколько там месяцев? Неприлично, Семен, неприлично. На... 4. На 4 месяца старше меня. Он идет, меня обстреливает снежками, кидает мне их за шиворот. Потом снял с меня шапку, накинул снега в шапку. История повторяется. Сейчас мочой или так? Мне без мочи, пожалуйста, с изюминкой. Я не принимаю такие понимания. Ну не с изюминкой, а с этой. Светочки. Красиво. Можно я сам одену? Нет, давайте вот так вот хотя бы. Блин, ну что творишь ты? Давайте. У меня план обломал. Не-не-не-не-не. Нет, да, да, нет, да, вот да. Так вот, вот, все. Тихо, я шикарно выгляжу. Все. Все. Дом дальше. Можно я вас чуть-чуть? Нет. Прям капельку. Нет. Хорошо. Ай. С этим соглашусь. Что, холодно? Да. У тебя в шапке снег, конечно, холодно. Я его еще не чувствую. Правлю этот момент. Вот теперь зачесал. Я эту шапку постирал. Блох не будет. Вытряхни ее, пожалуйста. Я заботливая. Вытряхни ее, пожалуйста. Ну не на себя, конечно. Говнека. Сорян за качество, но камера сломалась просто. Немного просто типа упала. Это работает. Почему она тут грязная, тут чистая? Вот так вот. А шапка-то старая. Ты тоже старый. Это просто приврач. Ты же нормально выглядишь. Ой. Хоть и старый. Ну, в принципе, да. Заболела девочка моя. Нет еще. Жаль. Спасибо. Ладно. В общем, что же произошло сейчас? Сейчас мы договорились, что мы упадем вместе. Мы упали. Видите, да? Мы клоков не успеем. О, господи, мы колени не успеем, бежим. А что по времени в прием до 7? Не знаю, сейчас проверим. Блядь, на склоку, блядь, в таком состоянии не пустят. До заря. Что там по времени? Полшестого. В смысле полшестого? Мне 6:30 дома. Ну, время 17:30. Ну, а мне надо быть 18:30. Все, мы идем. Ну я понял. Все, мы идем теперь к коленю. Официально. Можно я вас покажу? Все-таки мы прошли через многое. Нет. Не скулу сломал, не коляшу. Ни черта вы мне сумку ударили в Георгия. Я не надо, нехрен меня в скулу ударил, блин, меня, конечно, я защитка буду. Я взял, хотел ее уронить, чтобы мы скатились просто с горки. Она берет меня и ударяет сумкой. Видите а ли, ты меня по щеке. Видите ли, защитная реакция. Конечно, защитная. Защитная, так защитная. Нас не видно, но хотя бы будет слышно. У меня волосы замерзли. Я даже не знала, что у меня рука замерзла. А где, кстати, мои перчатки? У меня в кармане. А, все. Ой, кто там такой? Черный? Конечно, черный. Холодно просто.
А я у него перчатки отжала. Да. Ага, отжала. Я их заставил ее одеть. Культурно позаим. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me.